Капитальный ремонт дорог начался в этом году раньше обычного. К началу июня значительные участки региональных трасс уже обновлены. Ремонт дороги Иваново-Родники в среду проверил зампред Александр Фомин. В этом году на участке протяженностью более 5 километров появится новое асфальтовое покрытие. За качество выполненных работ отвечает ДСУ-1. Снимается изношенный слой асфальта фрезой, выравнивается поперечный продольный профиль, наносится выравнивающий слой, потом будет наноситься уже рабочий слой асфальта. И эта дорога, я думаю, будет стоять несколько лет, не требовать ремонта. Дорога на родину ткачихи Лапшиной не единственная, где сегодня идут работы. Лежнево-Савино, дорога от областного центра на Ярославль, Тейково, Гавпасад. 10 районов региона будут задействованы в капитальном ремонте автомобильных трасс. Дорога Фурманов, Каменский, Федорково соединяет два района – Фурмановский и Родниковский. Протяженность ее более 30 километров. Дорога действительно ремонтировалась более 10 лет. Это дорога Фурманов, Каменский, Федорково. Дорога местного значения. Тем не менее, департамент дорожного хозяйства, видя, что дорога нуждается в ремонте, запланировал в этом году сделать 4,5 километра ремонта дороги, и в следующем году будет продолжено только в Фурманском районе. Ремонт этого участка закончат в июле. Напомним, что контроль за выполнением дорожных работ осуществляет департамент дорожного хозяйства Ивановской области и агентство капитального строительства. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.